Такие встречи в библиотеке имени Кедрина стали привычными. Конечно, в практике работы медицинских учреждений постоянно возникают новые проблемные вопросы. Какие-то решаются быстро, а какие-то становятся предметом обсуждения на продолжительное время. Обращений скапливается немало, и в каждом индивидуальном случае отражаются те нововведения, которые должны облегчить условия приема пациента врачом. Система, она внедрение единое, информатизация сейчас широко развивается, и нам хочется все время им донести вот развитие этой информатизации, потому что, к сожалению, да, старшее поколение, не у всех есть компьютеры, не у всех есть возможности записи через интернет, да, через колл-центры, порталы госуслуг, а все это на сегодня реалии сегодняшнего дня. Поликлиника работает по новым стандартам. Амбулаторные карты последовательно переводятся в электронный вид. Вся система учета и записи к врачу с помощью новых технологий по времени должна быть сокращена до минимума. Заметные изменения и в работе городской клинической больницы. Они диктуются правилами страховой медицины. Попасть в стационар по новой схеме не так-то просто. Если человека приводят по скорой помощи или по неотложной помощи, он в любом случае попадет. Его в любом случае госпитализируют, его в любом случае окажут помощь, его в любом случае прооперируют, если это надо. Да? Другое дело, что трудно попасть, может быть, на плановое лечение. Но это, опять же, вопрос даже не столько к больнице, сколько к поликлиникам, которые должны при современных требованиях на плановую госпитализацию направить уже подготовленного пациента со всем пакетом анализов. С одной стороны, это упрощает работу по поступлению пациента в стационар, но с другой, каждое заболевание потребует отдельного анализа и отдельной госпитализации, что должно отразиться на сроках и качестве лечебного процесса. Результаты внедрения новых стандартов позволяют говорить о том, что со временем они станут мерилом высокого качества, доступности и эффективности медицинской помощи. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».